Ежегодный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» в этот раз состоялся под лозунгом «Помним и гордимся». Мероприятие приурочили к приближающейся дате 75-летия победы Советской армии в Великой Отечественной войне. Сейчас во всех учреждениях культуры проходят мероприятия, связанные с началом контрнаступления советских войск под Москвой. Конкурсанты достойно выступают на этих вечерах и конкурсах. В конкурсе могли принять участие вокалисты и вокальные ансамбли, а также хоровые коллективы из самых разных городов Московской области. Участники выступали в нескольких возрастных категориях – от самых маленьких конкурсантов 7-8 лет до людей солидного возраста. Все артисты очень серьезно подошли к выбору музыкальной композиции. Песня была «Одессит Мишка» на военную тематику, мне она понравилась. Были еще варианты, но я захотела ее, она веселая. Я выбрала композицию «Довоенный вальс», она мне понравилась, потому что она такая спокойная, и она мне просто словами даже понравилась. Жюри конкурса, состоявшее из специалистов в области культуры, оценивало вокальное мастерство выступающих, а также их артистизм и умение вести себя на сцене. Всех конкурсантов наградили дипломами за участие и поощрительными призами. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.